не знают все секреты молочного животноводства. Сегодня в Чебоксарском районе открылся республиканский конкурс дойеров и техников-ассеминаторов. Участники – 42 победителя районных соревнований. За два конкурсных дня животноводам предстоит показать свои знания, теории и применить их на практике. На время разобрать и собрать доильный аппарат, с его помощью подоить корову. А еще нужно в совершенстве владеть техникой искусственного осеменения. Такие конкурсы позволяют специалистам-животноводам оценить свои знания и успехи, совершенствоваться дальше в выбранной профессии и показать свои профессиональные способности. Лучшие специалисты представят нашу республику уже на всероссийском конкурсе, который пройдет в Мордовии.